Вот Гамлет говорит, порвалась дней связующая нить, должен я ее соединить. Конечно, был чудовищный разрыв. Революция есть разрыв, разлом, слом жизнеустройства. Колоссальное бедствие для людей. Это катастрофа, историческая катастрофа. Огромные страдания в этом смысле. Конечно, мы не хотим потрясений, безусловно. Но вот важна в этой связи фигура Нечаева, Сергея Геннадьевича Нечаева, которая как раз была таким предельным выражением типа революционера, его катехизис революционера как честь бесчестия, по сути дела, отрицание всех констант, всех связей традиционных, всех принципов жизненных ради революции. Но был не только разрыв. Вообще сам разрыв, если диалектически мыслить, есть форма непрерывности, есть форма непрерывного развития. И потом последующее развитие революции, здесь происходит восстановление, воссоздание тех самых тысячелетних констант русской цивилизации. И государство, сначала слом государства, впоследствии фанатическая вера в государство. И церковь, по сути дела, только Красная Церковь, вот, наверное, партия, в принципе, и Ленин мыслил так, что вот если партия – это не государственная структура, а Ленин как раз не хотел, чтобы это было бы, она может быть только церковью. И у Сталина эта мысль насчет, так сказать, партии как ордена меченосцев. И последующие вещи. И если рассматривать, вот, например, большевизм с точки зрения теории систем, то подобно христианству, ведь, например, христианство с точки зрения теории систем сыграло роль аттрактора, то есть некой сетки, когда система падает, так сказать, рушится, некая сетка такая прочная, она выдерживает падение системы. И Рим продолжил свое историческое развитие еще на столетие Западный Рим и на тысячелетие Византия. И точно так же вот русский большевизм сыграл роль аттрактора. Заваливалась уже вся система Российской империи, она рухнула. Большевизм выстоял. Выстояла система и продолжилась. И впоследствии состоялось мощное поступательное развитие, хотя при всех, конечно, колоссальных потерях, жертвах и массовых репрессиях, и вот проблемы соотнесения, например, вот Колымы, правды Колымы и правды Великой Победы. Это очень остро, предельно остро поставил Варлам Шаламов. Но все-таки вот это, ну, так сказать, историческое преимущество состоялось, на мой взгляд, в образе Зои Космодемьянской. То есть эта дочь репрессированного, зверски замученного православного священника стала, ну, по сути дела, новой вот святой, коммунистической святой. Наверное, настанет время, когда ее признают и православной святой, когда вот, так сказать, наступит более такое серьезное сопряжение эпох, так сказать, русской империи, тысячелетней империи коммунистической и вообще всех этапов развития России. Спасибо. Спасибо. Вот, я сразу хочу сказать, что, конечно, блистательный доклад. Как можно вообще умудриться за час небольшим изложить все причины и последствия даже Октябрьской революции, начиная от случайности Аристотеля и кончая Парвусом и Путиным, вот это надо уметь, действительно. Это блеск, значит. Вот. Есть вещи, с которыми я абсолютно согласен, и есть вещи, с которыми я совершенно не согласен. И первое из них заключается в том, что ключевым моментом истории 20 века была не Октябрьская революция, а Февральская. Вот та самая Февральская революция, которая сломала тысячелетнюю парадигму существования православно-русской цивилизации. Вот в феврале 17 года произошло это событие, то есть фактически победа проекта модерна в православной стране. То есть деятели февральской революции, собственно говоря, лет на 500 позже осуществили то, что было осуществлено на Западе в виде возрождения, реформации, просвещения и так далее. Вот говорят, что Россия так опаздывает лет на 500. Ну, в каком смысле, да. А можно сказать иначе. Она 500 лет продержала то знамя христианства, да, которое Запад уронил лет 500 назад. И результатом чего была английская, французская революция и так далее. Почему нельзя так мыслить? Я думаю, что надо мыслить именно так. И все то, что произошло в России, как вы говорите, Дмитрий Кириллович, в смысле утраты единства между церковью и государством, подчинение церкви государству и так далее. Это произошло на Западе много веков назад. Прежде всего в образе римско-католической церкви, которая сама стала государственным образом христианства. А затем в протестантской реформации, где церковь просто растворилась в государственности и общественности. И стала одной из форм профсоюзной жизни. Вот что произошло на Западе.
много веков раньше, чем февральская революция в России. А в России только к началу 20 века созрели те, вообще говоря, маргинальные силы, которых можно назвать по-разному. Вы перечислили все возможные названия этих сил. Либералы, инородцы, революционеры, кто угодно. Да, и вот эти силы, созрев к февралю 17 года, сумели на фоне, да, действительно, затянувшейся войны и много чего другого, и, к сожалению, сгнившей аристократии, стоявшую троном, осуществить вот этот модернистский проект в России, которая сама по себе как цивилизация, прежде всего народ, был совершенно не готов. И поэтому я бы сказал так, что пришло на смену царизму ненавидимому всем, пришло некое временное правительство, да, Керенщина. Вот я убежден, если бы Керенщина просуществовала до 41 года, то судьба России и русского народа была бы куда хуже, чем судьба Франции в 40-м году, которая легла под Гитлера за 2 месяца. То есть от русского народа вообще бы ничего не осталось. Вот. А Октябрьская революция в этом смысле есть нечто противоположное Февральской революции. Это есть превращенная форма попытки восстановления некоторых доминант и ценностей православного русского мира. В превращенной их форме, в извращенной их форме, крайне жестокой. Но за всем этим стояла не просто марксистско-ленинская идеология, это оболочка, словесная оболочка вот той самой духовной энергии, которая сохранялась в тысячелетней традиции русского народа. И которой, да, вы совершенно правы, воспользовались большевики для построения сверхмощной державы. И что если бы русская революция, действительно, я заканчиваю, объяснялась бы вот происками там большевиков, меньшевиков, евреев, немцев и вообще того пломбированного вагона, который Паррус там снарядил, да, то мы никогда бы не получили вот той самой ситуации, которую мы имели в лице Советского Союза, как второй сверхдержавы мира. Понимаете, из великой культуры, вот эти все 4 тома, это описание великой империи советской культуры, ну и постсоветской. По сравнению с которой нынешнее ублюдочное состояние нашей культуры есть насмешка над культурой. У меня нет времени все это развивать. Извините. Ну, Дмитрий Кириллович в более выгодном положении в отношении уроков октября находится в 17-м году, 2017-м, чем Троцкий, который написал «Уроки октября» в 24-м году, предполагая, что он действительно уже говорит об уроках октября, но существенно то, что писал он эти уроки октября в Кисловодске, в санатории имени Троцкого. То есть вот уже был первый урок через 6-7 лет после октября, что один из вождей вдруг мог отдыхать в санатории своего имени. Но ему-то надо было написать уроки октября все-таки после того, как он другой урок уже извлек и, наверное, по-другому написал об этом. Психу это не давайте. Так вот, Дмитрий Кириллович сделал замечательный доклад, и вряд ли можно предполагать, что все мы согласимся с его выводами, с его положениями, поскольку нет более острой темы, чем революция, которую, кстати говоря, Троцкий путанно как-то называет в своей этой работе то переворотом, то революцией. Я с удивлением обнаружил недавно, что Сталин в первых своих работах октябрь называл тоже переворотом. Все-таки в русском языке, мне кажется, переворот – это как раз что-то, какой-то насильственный слом, который
как раз революцией нельзя назвать. Но дело в том, что исторически получилось так, что все-таки правы те, кто говорят, скорее всего, о революции. Потому что изменилась форма собственности, изменилось мировоззрение, доминанты идеологии. То есть признаки революции, которые и Дмитрий Кириллович называл так или иначе, они здесь наличествуют. Вот в чем я поспорил бы с Дмитрием Кирилловичем в отношении будущего. Я думаю, что радужность здесь опасна. Дмитрий Кириллович вспоминал Константина Николаевича Леонтьева. Но ведь тот написал и дольше всего, вернее, писал, он так ее и не дописал, работу «Среднеевропеец как идеал и орудие всемирного разрушения». Вот сейчас этот среднеевропеец еще более выпукло выскакивает наружу. И то, что я вчера, позавчера там слышал от Ксении Собчак, призыв ее не голосовать ни за кого, голосовать против всех, это ведь призыв к одноклеточным, которые действительно уже подрастают, и они, для них очень, очень не надо больших платформ. Вот висит в троллейбусе, надоело, и изображены глаза Путина. Надоело или надоели. Вот просто надоело все. Давайте все поменяем. Это, в общем, революция. И она возможна, потому что если вырастет поколение, которым просто все надоело, и они хотят просто чего-то другого, не важно чего, это потенциал нового переворота, новой революции. Поэтому мы живем в опасное время. И не будем строить иллюзии, как вот Александр Александрович издавал религиозно-философские собрания. Ведь сколько, 3 тома там этих собраний, сколько на эту тему спорили, сколько было радужных надежд, сколько интеллигенция иллюзий строила в отношении будущего. А получили то, что получили. Спасибо. И я, как искусствовед, хочу выделить в блестящем, таком глубоком и очень современном по стилю и духу докладе Дмитрия Кирилловича вот то, что близко мне, чем я сама занимаюсь, как историк искусства и художественный критик. Вы замечательно вот эту псевдоморфозу, которую Александр Леонидович Казин предпочитает называть превращенной формой религиозности, отметили через формальные признаки – соборы, пародированы съездами, Сталин – некая еретическая четвертая ипостась, враги народа, как еретики и так далее, и так далее. А я в последнее время занимаюсь темой искусства и революции, в том числе в современной интерпретации нынешних живописцев, графиков, скульпторов, для себя сформулировала такой термин – антихристианская иконография. Ну, допустим, в «Красном углу» вместо, так сказать, божницы, вместо икон – Ленин, антитроица, да, знаменитые эти флаги, плакаты с изображением трех профильных ликов – Маркс, Энгельс, Ленин. Или вот эти все парады физкультурников, как некая профанация крестного хода и так далее, и так далее. Таких примеров культурологически можно в советскую эпоху найти много, поскольку все-таки для меня это религия человека Божия, вылившаяся вот в то, что кто-то называет псевдоморфозы, как, по-моему, Александр Александрович любит, а кто-то, как Александр Леонидович, называет это превращенной формой христианства. Но Бердяев, которого здесь неоднократно цитировали, которого я тоже очень люблю и чту, когда-то сказал, что революция всегда приводит к культурной катастрофе. И эту культурную катастрофу мы наблюдаем, да, вот на протяжении множества десятилетий советской культуры. Да, все фактически лучшее, с чем мы имели дело, это было продолжение досоветского, начиная от авангарда и заканчивая тем неоклассицизмом, который в 30-е, 40-е, начале 50-х годов принял форму соцреализма. Это, безусловно, неоклассика, по-новому интерпретированная и задавленная идеологией марксизма-ленинизма и диктатом цензуры, безусловно, тоталитарного государства. Но в то же время то лучшее, что было создано на базе народного, возникшее в 60-е и 70-е годы, это, безусловно, деревенская проза
и кинематограф того времени, отчасти театр как общественная трибуна. Это было то, что академик Андрей Сахаров, полный тезка того самого физика и диссидента, директор Института истории, назвал в частной беседе, правда, не публичной, лучшим, что может создать простой народ, он даже грубее выразился, он сказал, я сам потомок крестьян, поэтому имею на это право, что может создать простонародие, лишенное своей аристократии. И все, дальше некий тупик, как бы народ обезглавленный, лишенный некой такой культурной и исторически укорененной элиты. Вот, видимо, в этом тупиковость советского проекта как культурного явления, да? То, с чем мы столкнулись уже на грани перестройки, разложение элит и их желание конвертировать свою власть в деньги, что, собственно, они и сделали. И тут я заканчиваю фразой, которую хотела задать как вопрос Дмитрию Кирилловичу, о том, что меня в современном обществе удивляет вот это лицемерное соединение некого обращения к советским символам и образам, начиная от ГТО и заканчивая там фестивалем молодежи и студентов, и в то же время функционирование вот этих искусственных идейных конструктов, которые как бы навязываются обществу и народу на фоне железной пяты, пользуясь выражением Джека Лондона из его актуального романа с таким же названием, железной пяты государственной олигархии, ярокапиталистической, я бы даже сказал, по-прежнему дико капиталистической по своей антисоциальности и антинародности. Вот эта мимикрия под советский проект в его лучших формах в сочетании с государственно-олигархическим устройством, ну и с той псевдоморфозой конституционной монархии, о которой вы говорили. Спасибо. Ну, у меня есть своя довольно сложная концепция революции и, соответственно, истории 20-21 века. Поэтому я только тезисы некие сформулирую, которые, конечно, вызовут массу вопросов, но что делать? Краткое выступление. Во-первых, мы уже вот здесь пришли к тому, что для того, чтобы понять революцию, да, мы, во-первых, должны ее соотнести с современностью, безусловно. А для этого мы должны понять, сколько она продолжалась. Да? Вот мой тезис такой, ну, собственно, как бы я думаю, что многие его разделят, что она заканчивается только в наши дни. Да? То есть мы вот сейчас видим результаты революции. Да? И каков это результат? Здесь я, чтобы, может быть, даже не самому говорить, оттолкнусь от одного эпизода, который был на обсуждении Керенского, вот этой книги о Керенском. Да? Там кто-то хорошо сказал, и, в общем, так это мы обсудили и согласились. На самом деле мечта Керенского была построить либеральный режим в России. Был он построен, не был построен, а когда-нибудь он возник? Он возник, сейчас. То, что мы сейчас имеем в виде политической системы современной России, это ровно мечта Керенского. Вот мой тезис первый, революция, да, и здесь принципиально то, что мы не имеем права разделять февральскую и октябрьскую революцию, это по сути один процесс, это правильно. Ее политическая часть, это февральская революция. Вот сейчас, наконец, ее цель реализована. Да, мы имеем политический режим, который, в принципе, был замыслен в февральской революции. Да, это либеральный режим. Да, я, опять же, это большая проблема. Сейчас мы, если начнем дискуссию, что такое либерализм. Это либеральный режим. Да, западная либеральная мысль совершенно незаконно узурпировала понятие либерализм. Вторая моя мысль, что если мы хотим понять смысл революции, надо же понимать, что это глобальный процесс, который захватывает весь мир. В этом смысле мы обязаны учесть отношение России к миру. Вот эти события, которые сейчас между Россией и миром происходят, это тоже часть этой революции. Это, может быть, даже суть. Сейчас я об этом скажу. Да, по сути, то, что называется западным либерализмом, почему говорить, что бояться надо говорить? Я это прямо, я теоретические статьи на это пишу уже. Нет, вы как-то тут сказали, что... Я уверенно говорю, что Россия – это единственная страна, где либеральная система построена, западный так называемый либерализм – это последняя и самая совершенная форма тоталитаризма. Да? Запад уверенно двигается в сторону тоталитаризма, и приметы этого масса. Я повторю, я не буду останавливаться, у меня как минимум три больших статьи, две из них «Вопросы к философии» опубликованы на эту тему. Да? Поэтому противостояние России и Запада – это и есть один из результатов революции. И вот, повторю, вот сейчас мы ее плоды пожинаем в хорошем смысле, да, в виде того, что у нас наконец возникает вот этот режим, который можно назвать либеральным, и который совершенно перспективу хорошую нам сулит, на мой взгляд, и который действительно обеспечивает свободу, в отличие вот от западных стран, где под видом свободы, по сути, вот как бы так незаметно, это особая тема, как это возникло. Да? Вот, повторю, самая совершенная форма тоталитарной политической системы формируется. Да? В чем тогда смысл вот этого различия февральской и октябрьской революции? Повторю, на поверхности всегда политика, февраль. А вот октябрьская революция, она непонятна, она идеологична. Дело в том, что
Здесь последний, может быть, мой тезис. Да, когда мы говорим о том, как должно общество сформировать подлинную вот такую либерально-свободную систему, мы почему-то всегда говорим о политике, экономике. Да, вот я слушаю споры публицистов там без конца. Политика, экономика. Мне кажется, самый главный фактор, они видят, который я как философ вижу. На самом деле, самый главный фактор для того, чтобы система была жизнеспособна, либеральная, это, условно говоря, ну так, немножко даже иронично, качество человеческого материала. Да? И вот в этом смысле, я бы так сказал, что весь 19-й, даже 20-й и 21-й век вот начинается с противостояния двух радикальных парадигм. Они и экономические, и политические, но они, ну, самое главное, это антропологические парадигмы. Это два понимания человека. И, соответственно, понимаете, человек – существо такое, вот, как мы, философы, знаем, мобильное. Можно с человеком, в общем, многое сделать. Да? И в зависимости от того, какую мы парадигму, ну, мы это вот как бы общество, там, философы, политики выбираем, мы и формируем человека. То есть постепенно в нашем мире, мы этого не замечая, сформулировалось две парадигмы человека, которые две формы человеческих существ, если мы так можно сказать, сформировались. Да? Одна парадигма – это парадигма просвещения, это 18 век. Это вот как бы Америка дала этот образец. Да? А вторая парадигма – это парадигма романтизма и немецкой философии. Да? В одной парадигме человек – это поверхностное существо, это атом, это, ну, я так, известные такие определения, это существо полностью подвластно механическим законам, да, совершенно противоположная парадигма, это парадигма романтизма и немецкой философии, ну, и потом европейской, в целом, как сейчас говорят, континентальной, ну, это какая-то глупость такая вот, это определение континентальное, это настоящая философия, да, это человек-бог, да, человек – это глубинное духовное существо, человек – это существо социальное, он только в единстве с другими и в коллективе существует, ну, не в коллективе, а вот в этой духовной общности существует. Ну, не буду уточнять, я думаю, философы это знают, да. Так вот, и вот, ну, чтобы более конкретно описать, что это значит, да, поскольку довольно сложно объяснить, что я имею в виду, на конкретно эмпирическом материале, да, что это, к чему это приводит в реальной общественной жизни, в структуре человеческой личности. Да. На самом деле есть гениальная книга, в которой вот все, что сейчас происходит, мне кажется, абсолютно точно предсказано. Это книга Генриха Кайзерлинга, значит, 1932 год. Значит, называется она «Америка. Заря нового мира». Где Кайзерлинг, съездив в Америку, он с удивлением как раз вот пишет о том, что Америка создала особый тип человека, личности, да, и вот он его пытается описать. Ну, я не буду, там много чего он писал, вот два только упомяну, именно это я имею в виду. Во-первых, он говорит, идеология Америки парадоксальным образом не заметила 19 века. Ну, вот этого романтизма, немецкой философии, вот этого прорыва внутрь человека, в глубину, в божественную глубину человека. Да? Америка осталась вот в механицизме 18 века, и она и такую личность формирует. То есть американская цивилизация, она сформировала вот такого человека. Да? И она, в конце концов, навязала такого человека Европе. Да? То есть вот западная цивилизация, она пошла по пути, как бы, условно говоря, воспитания, формирования вот именно такого человека, механистического, как бы, человека-атома, который целиком подчинен внешним влияниям, для которого свобода – это на самом деле иллюзия. Поэтому то, что это кончается тоталитаризмом вот таким оригинальным, да, под названием либерализм, для меня это совершенно неудивительно. Да? Из теоретических оснований это там Гальбах вообще еще писал, да, что правитель должен умело оперировать подданными, внушая им, что они свободны. Да? А вторая парадигма, повторю, это парадигма немецкой философии, которая через марксизм приобрела форму вот, как бы, политического орудия. Она-то, в конечном счете, была реализована Октябрьской революцией. Поэтому Октябрьская революция – это глубинная идейная революция. И вот этот тезис построения, там, создания советского человека – это смешной тезис. Да? Конечно, это все ложное осознание. Но в глубине, как ни странно, да, вот сейчас мы это видим, да, такие парадоксы бывают в истории. Именно это и произошло. Да? По сути, как бы вот Октябрьская революция, вот это образование Советский Союз, оно привело к формированию вот особой среды социальной, в которой, ну, на самом деле, мы отличаемся от американцев, да? Принципиально отличаемся. Принципиально. Вот это надо принять, увидеть. Да? Запад переживает антропологическую катастрофу. Да? Это гибель человека в каком-то смысле, потому что он лишается вот этих духовных корней, превращается вот в что-то поверхностное. Да? И в этом смысле, вот повторю, вот революция, она сейчас в окончательной форме себя обнажает вот в этом противостоянии двух цивилизаций и двух, по сути, антропологических типов человека. Да? И так ее надо оценивать, мне кажется. Ну не можем мы до 12 ночи сидеть. У нас еще чай будет.
может. Спасибо Дмитрию Кирилловичу за содержательный доклад. А 3 минуты, дорогие да. друзья. И на мой взгляд, вот тот вопрос о мнемотехнике, да, который был поднят, важен, и я постараюсь на него ответить, да, что лучшая мнемотехника, да, то есть искусство, да, не забывать то, что случилось, это, вообще говоря, понять его. Да. Понять необходимость этого прежде всего, потому что, причем внутреннюю необходимость, потому что внешняя необходимость – это случайность, а свобода в истории – это в высшей степени подчиненный момент. И вот именно поэтому как раз главный вопрос о революции наш, да, сегодняшний, это вопрос о ее внутренней необходимости, которую эта революция раскрыла. Вот Дмитрий Кириллович справедливо сказал, что народ наш поддержал революцию. Да? И весь вопрос, почему он ее поддержал. Ответ Дмитрия Кирилловича тот, что это был народ религиозный. Да? И в некотором смысле революция имеет религиозный характер. Но только не думаю, что в каком-то новом смысле религии она имеет этот религиозный характер. И не в превращенной форме религии, как профессор Казин считает, а в самой, что ни на есть, традиционной, первоначальной христианской религии. Да? Потому что одно из главных положений этой религии – богатый в Царствие Небесное не войдет. К сожалению, да, в качестве реакции на вот этот, вообще говоря, откровенно христианский посыл, историческая традиция христианская пошла даже на то, чтобы исказить одно из блаженств совершенно наглым образом в интересах как раз богатых слоев, насколько я себе представляю, блаженство «блаженны нищие, ибо духом их есть Царствие Небесное», да, превращено просто в абсурд, да, «блаженны нищие духом». Ничего себе богатство, да, быть нищим духом, и это в христианстве-то, да, блаженны нищие, да, ибо как раз духом, а не материальным богатством, да, снискается Царствие Небесное, и поэтому, конечно, главный вопрос революции, на который она, вообще говоря, ответила со всей категоричностью, это вопрос о собственности. Ясное дело, что вот эти три лозунга революции, да, «мир солдатам», это первая, так сказать, ситуационная вещь. Недаром, конечно, в огне войны началась революция. Но два вторых ее лозунга, да, «фабрики и заводы рабочим, да, а землю крестьянам», это вот как раз и есть, между прочим, та самая внутренняя необходимость, из-за которой народ поддержал революцию. То, что его потом обманули, это совершенно другой вопрос. Да? Но это и был корень революции. И то, что сейчас, извините меня, фабрики и заводы не принадлежат рабочим, а земля не принадлежит крестьянам, это, вообще-то говоря, самый главный, вообще говоря, указатель на то, что революция будет снова. Да? Потому что эту собственность, которую революция отдала народу, у него обратно забрали. Да, и ясное дело, что он, так сказать, помыкается, да, очнется когда-то, да, когда жить будет ему невозможно, точно так же, как ему стало уже жить невозможно, да, при том, что у него не было ни земли, ни заводов, да, так и в этом как раз урок революции, на мой взгляд, самый главный и состоит. Спасибо за внимание. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить за доклад. Действительно, Дмитрий Кирилл сделал такое, что трудно себе было представить. Я очень скептически отношусь к философским схемам и рационализации исторического момента. И должен сказать, что многие выступавшие здесь говорили так, что я с ними больше не согласен, чем с вами. Потому что получилось какое-то очень объемное
и рельефные выступления, и примеры, их просто не хватало, потому что времени мало. А так, в этом смысле, я был очень поражен. Единственное, что меня резануло, это ваше название «Русская революция». Те пункты, которые вы называли, не позволяют назвать революцию русской. А, в общем-то, надо действительно было говорить, наверное, февральской и октябрьской революции в России, так я сказал. Но это мое мнение. Вот. Но я хочу сказать, что все-таки очень сложная ситуация с революцией. И мне представляется, что важно посмотреть на революцию глазами тех писателей, философов, которые каждый из нас хорошо относится. В этом смысле меня больше всего поразило, конечно, Лев Толстой, который практически, в последнее время занимаюсь Страховым и в связи с этим Толстым, это человек, который был из основных творцов революции. Поэтому тут уже не только на пункты другие надо ссылаться, а, к сожалению, это самый яркий и талантливый представитель русского народа подготовил революцию. О нем говорил Стасов в 1905 году, что вы пророк революции, что вся революция прошла именно с точки зрения непротивления злу насилием и неучастием. И в этом смысле, конечно, это показывает, что все очень сложно. Вторая фигура – это Пришвин, которым я тоже очень много занимался. Этот человек написал о революции наиболее правдивые, на мой взгляд, вещи. Это большой демократ по духу, даже революционер в молодые годы. Но он написал такую страшную картину революции, разграбления деревни и все прочее. И это говорит только о том, что те, кто считает, что революцию можно так бескровно, спокойно сделать, очень сильно заблуждаются. Тут я с вами полностью согласен. Наконец, третья фигура, которую я хочу вспомнить, это Мережковский. Это вот вместе с Толстым есть такая рубрика «Кто делал революцию?». Там говорится только о политиках. Если взять культуру, я вот сказал бы две крупные фигуры. Одна – это Толстой, а вторая, как ни странно, Мережковский. И вот Мережковский именно как масон, как организатор всего философского движения в России, он, собственно говоря, Керенского подготовил. Керенский участвовал в выступлениях в религиозно-философском обществе. Но самое поразительное, что в свете того, что вы говорили о Маркове, то Мережковский, как ни странно, после революции, когда Пришвин революцию бичевал, он бичевал ее еще строже, потому что он был сторонник февраля, а когда это все провалилось, Пришвин-то говорил объективно, и, так сказать, от души, а этот теоретик. Так вот, после революции, когда он оказался в эмиграции, Мережковский, как ни странно, стал тяготеть к фашизму. И это очень странное. Поворот, говорит, очень это сложно и трудно. Ну и последнее, что я хотел сказать. Я, как увлекающийся славянофильством, всегда был оптимистом. Но под уроками моего соседа и вообще Константина Леонтьева, я понял, что вообще пессимистический прогноз гораздо основательнее. И вот то, что вы говорите, что боитесь, что революция может прийти извне, у меня после внимательного чтения, скажем, Катасонова или Болдырева, есть впечатление, что опасность внутри гораздо сильнее. Черту под выступление. Пожалуйста. Ну, Дмитрий Алексеевич, я не говорю комплименты, потому что он слишком умен, чтобы их выслушивать. На самом деле, действительно потрясающий доклад, но с чем я не согласен, и что я хочу сказать, подхватить вот про оптимизм и пессимизм. Главное, с чем я не согласен, это, к сожалению, это правда, что вывод из всего, что мы услышали, он пессимистичен. Но верить в это не хочется. Не хочется верить, потому что, на самом деле, мне кажется, один из главных недостатков современного состояния общества, вот по поводу каяться. Каяться надо было 25 лет назад, сейчас уже поздно каяться. Надо что-то делать, понимаете? Ну, то есть, каяться никогда не поздно, но на самом деле в то время наша власть и все мы не пошли на это широкое, как бы, покаяние. А вот что сейчас, что давит наше общество просто вот сверху, это вот отсутствие внутреннего огня, это вот именно того, что, ну, без-за чего общество задыхается. И вот действительно, вот про один из предыдущих ораторов говорил, что революция-то она нужна. Может быть, сейчас нету сил, да. Но это, вот, немножко о революции, еще одно. У нас очень любят иностранные слова. Переворот – это правильное русское слово. От слова элита, особенно наша элита, просто тошнит.
Надо все переводить на русский язык. Понимаете? Вот в этом смысле я последователь, националист или народофил, как будет по-русски. Народолюб. Спасибо. Надо все, я тоже уже пользуюсь правами, на правах хозяина, последнее слово, так сказать, взять. Ну, да, огня не хватает, и непонятно, с конца пойду, это хорошо или плохо, что огня не хватает. Может быть, и так, ну, как-то в эволюционном, так сказать, пути. А то вы вспоминаете это песню о буревестнике, песню о соколе, а там уж лежит, полежать бы в тепле и сырости, может, что вырастет. Вот. Это, кстати, почему вот все-таки эти брежневские годы сейчас часто вспоминаются как лучше. Стабилизация некоторая пришла, и образование стало что-то. Ну ладно, да. К Валерию Александровичу, это я с конца пошел, я просто не стал затрагивать тему писателей о революции. Она есть, и это, конечно, здорово. Пришвин дал блестящие, конечно, характеристики, я согласен, ваши дневники его, вы их оформляли. И довольно такая, это вот, Константин Семенович, почитать надо, да, дневники Пришвина, все просто так не получается. А я еще недавно книгу о Блоке прочел, последние годы Блоке, это Евгения, Женя Иванова, да, и ну, как тоже вот восторг-то был, да. Потом реальность-то они отличаются очень сильно от всех этих вот вещей. Но, понимаете, коллеги, да, интеллигенция готовила все не охватить. Бердяев, помните, духи русской революции, Толстом, ну, вы тут повторили в каком-то смысле то, что было у Николая Александровича. Все по-своему, просто я несколько по-другому сакцентировал. Вот эта идея творчества безбрежного, безграничного, когда мы сами с усами все сделаем и забываем о неких божественных установлениях, что есть, да, не убий и так далее. Замечательная книга итальянца, вот «Этика террора», как же его? Страда, да. Я недавно прочитал, ну, он, наверное, как христианин все-таки пишет. Очень хорошо он там писал. Маленькая, тонкая книжка Витория Страда. Ну, там, конечно, очень много цитат, где действительно, да, мы сознательно, Савенков, ну, и же с ним, мы сознательно, я гублю свою душу сознательно, ради чего? А вот ради этих реформ. Там действительно своя этическая доктрина, своя этическая доктрина. Там и цитаты из Розанова, где он говорит, ну вот, нельзя убивать. Я беру и стреляю в брюхо градоначальника, и пошли они все. Вот она. У них своя этика, это бесспорно, да. Так что, ну, этот вопрос не уходил никуда, просто, может, разные у нас какие-то. Ну, профессор Муравьев, известный любитель Гегеля, крупнейший у нас, поэтому, конечно, так, поэтому, да, так сказать, свобода монтируется внутрь необходимости, ход этот нам знаком. Мысли по поводу того, что... Ну, богатый не войдет, богатому трудно войти в Царство Небесное. Да, такие слова есть у Христа, это бесспорно. Но все-таки я думаю, что это как элемент христианства, но не его субстанция. То есть все-таки у большевиков какие-то серьезные трансформации внутри самой субстанции произошли, при том, что некоторые элементы они бесспорно заимствовали. Это вопросов нет с этим. И об этом пишут многие политологи, в том числе западные культурологи, что слабый социокод капиталистический, да, это есть все бесспорно. Да? Ой, так. А, Игорь Иванович, да, у нас. Ну, по поводу того, что, конечно, либеральный проект, либеральная идеология двигается к своей форме тоталитаризма, я согласен. Может быть, мы в путях разойдемся, но то, что движение туда идет. Просто мне кажется, ну, известные тексты по тоталитаризму, они созданы на Западе, да, там Ханна Аренд и, ну, вот этот... Ну, вы знаете их всех, да, этих... Карл Поппер, Ханна Аренд, потом этот... Подзабыл уже. Хайек. А? Хайек, да, и этот еще вот в экономическом смысле. Фон Мизес, Людвиг фон Мизес, да. Мне кажется, в некой такой единой плоскости с тоталитаризмом они выстраивают свою конструкцию, то есть духовных оснований-то у них нет, собственно, никаких, мне кажется. И если смотреть политически, как они пишут, наверное, да, эта критика у Поппера, она интересна. Все, она интересна. Но тут вот, мне кажется, такой внешний фактор,
Как бы в то время вот либерализм, почему он не продемонстрировал от националистической идеологии, которая достигла тоталитарной формы в фашизме, и социалистической идеологии, которая достигла тоталитарной формы в большевизме, почему он не продемонстрировал своих потенциальных возможностей? Потому что он занят был борьбой с ними, и это был... Сейчас он, мне кажется, мы двигаемся вот к этому направлению. Если вы мне свои статьи перешлете про это, я буду признателен, Игорь Иванович. Ну и поздравляю с этой. И Кайзерлинга, если книжку дадите. Игорь Иванович, есть у вас Кайзерлинг? Да, дайте мне почитать. Это про новый мир. То я думал, что у нас заря только нового мира в России зажигается. Оказано, там, да, двигается. Вот Марина Ивановна, очень, да, спасибо за то, что вы просекли этот момент с такой вот, с религиозной. Да? Я хотел бы на один только вопрос вам ответить, ну, продолжить одну тему, то, что вот это как псевдоморфоза, это термин Струве, или это заимствование, как Казин говорил, и творческая переработка. Такой вопрос, я к нему вернусь, поскольку я бы хотел ответить на вопрос потенциала творческого, культура творческого потенциала советской культуры. Значит, я думаю, что да, вы, вот я не знаком с этой цитатой Сахарова, другого Сахарова, но это интересная цитата. Кто-то вот задавал, говорил о неких повторяющихся схемах в каждой революции. Ну, вот как вот Сталин, да, ну, аналоги проводит Кромвель, аналоги проводит Наполеон. Смотрите, хотя и Кромвель, и Наполеон поотрубали головы аристократам, было дело такое, Кромвель ведь, ну, вообще все, половине аристократов, зачистки аристократического слоя как таковой ни в Англии, ни во Франции не произошло. Наполеон создал свою аристократию, которая отчасти стала преемственной. Помните, это в «Отверженной» Гюго там писал, что, ну, как с, они с сыном тогда, да, ну что ты, какой ты барон там, да, ему Наполеон дал звание барона. Зачистки такой не произошло, а при Сталине произошло. Зачистка. Ну, при Ленине, при Сталине, вот этого аристократического слоя. Это, конечно, очень печально. Я это, ну, по себе понял, когда я вот один раз был в Париже, и я ж не мог не доехать до кладбища, где был Бердяев похоронен. И я пришел, мы пришли там, раз, она уже закрывается, вот с женой и еще одной подругой мы были с нашей. Нет смотрителя на кладбище. Ну, дай пойдем поищем. Да. Ну, кто найдет могилу, в общем. Ну, я нашел, конечно. Да. Не я, не другие. Но я пока ходил, ты там фамилии-то какие, это он не на Сен-Жевриев, где там русские, а это в Кламаре, маленькая кладбище. Какие там фамилии, кто там лежит, там весь цвет, там Трубецкие, все эти, ну, фамилии таких, как бы сейчас их нет. Вот. Иммиграция плюс гражданская война плюс сознательная зачистка. Это, знаете, аристократия, именно аристократия. Ну, плюс, конечно, священническое сословие. То есть в этом смысле последствия более трудные, несравненно более трудные для русской культуры, чем для французской и английской. Вот это разрыв более радикальный. Вот, вот на этом я бы хотел сакцентироваться. Значит, ну, переворот, революция, да, тут это будем спорить по поводу Александра Аркадьевича. Когда после-то Троцкому писать было? После того, как ему ледорубом по башке дали, уже ничего не напишешь, никаких воспоминаний о революции. Ну, так что тут это шутка. Да. Вот. И самое, значит, что пошла как бы тема и у Казина, и у Кузнецова прозвучала. Я понимал, что эта тема возникнет. То есть я-то все-таки делал свой доклад как веховец. А вы обозначили позицию смена веховства и национал-большевизма. Мне она известна. Мне она известна, эта позиция. Позиция смены вех. Да, она заслужила, только большевики как бы разбередили, а потом они все это как бы создали, все это закрепили. Но вот здесь очень большой вопрос, и это может быть главный вопрос. Это восстановление традиционной сетки аксиологических категорий, да, которая была в православии, или это ее, или это псевдоморфоза, или это ее извращение, да, извращение именно. Ну, как мы говорим, извращенная любовь. Они же тоже любят друг друга, извращенцы, да, любят. Вы так сильно вообще. Но мы считаем, что это извращенное. Вот это вопрос. То, что там, конечно, было заимствовано, спора нет.
То есть то, что советская цивилизация смогла вот эту религиозную основу каким-то образом переделать и использовала ее, это спору нет. Но вот как оценить это? Как оценить? Это уже другой вопрос, но я думаю, что мы не можем за одно заседание все охватить. Ну, я надеюсь, что Петр Николаевич у нас где-то сидит, мы сделаем книгу «Национал-большевизм» с проид-контра. Это вот, может быть, отчасти там будет какой-то вопрос на это. Да, вообще, спасибо за внимание, за высокую оценку. По-моему, было интересно. Да, довольно. Спасибо. Да, спасибо. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, можете вы назвать лиц, конкретно виновных в русской революции? Или это объективные законы истории? Не, ну объективные законы всегда через каких-то лиц проявляются, правда ведь, да? И эти лица являются действующими, одними из главных действующих, может быть, лиц, которые мы всегда знаем. Ну, главные виновники русской революции, по-вашему, кто? Думаю, что, наверное, бы я подумал. Может быть, я заблуждаюсь. Ну, это, наверное, Троцкий, Ленин, естественно, да. Ну, деятели, которые в февральской революции тоже, да, мне кажется. Ну, и предшествующая традиция, которая вела к этому. Ведь была же еще революция 1905 года, правильно? И нам надо вообще помнить и тех, кто и в ней участвовал, ведь, возможно. Кого можно конкретно привлечь к суду истории, по вашему мнению? Вот это я, честно говоря, выступать в роли прокурора я как-то не берусь, скорее всего, обычно в роли обвиняемого. Ну, а царь... Той же самой истории. Всегда. Ну, а царь Николай? Здоровья. Думаю, что на нем тоже лежит известная доля ответственности, безусловно. Нет, вины. Я как говорю о конкретной вине, то есть что человек должен был сделать и не сделал. Да, думаю, вообще вы правы, наверное, здесь, что, скорее всего, на нем лежит. Ну, я не могу определить, какая именно доля вины, но на нем, думаю, тоже есть. Все-таки именно он мог сделать значительно больше, мне кажется, в предотвращении этого. А по вашему мнению, вообще революция 17-го года – это, так сказать, трагедия и шаг назад, или все-таки это шаг вперед, пусть даже кровавый? Боюсь, что я не могу оценить это, требуется, мне кажется, не моего разума человека, к сожалению. Спасибо. Сан Саныч, как вы считаете, можете ли вы назвать конкретных виновников русской революции? Или это действие объективных законов? Не такой простой вопрос, чтобы на него ответить однозначно. Действие объективных законов истории реализуется через действие конкретных людей. Как это разделить? В действиях конкретных людей реализуется объективный закон истории. Ну, кто должен был принять конкретные меры для предотвращения революции, но не принял или совершил преступные действия? Кого можно привлечь к суду истории? Конечно же, если персонифицировать, то правящую монархию в целом, которая не чувствовала необходимости проведения решительных преобразований в русской жизни. В этом смысле они, безусловно, виновны. Но это так, как болезнь, она распространяется по всему телу социального организма, а потом в каком-то тонком месте появляется харизматичная личность, которая говорит: пора прекратить эту болезнь посредством хирургического вмешательства. Этим человеком, конечно, был Ленин. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете русскую революцию? Как шаг назад трагический или все-таки как кровавый рывок вперед? Я бы сказал так, ссылаясь на Герцена. Даша, ссылаясь на Герцена. В истории совершается не лучшее, а возможное. В истории реализуется не лучшее, шаг вперед, а возможное. Возможным стало так. Конечно,
Если мы перенесемся в середину 20 века, в 70-е, 80-е годы 20 века, и будем смотреть на 1917 год, мы в чем-то увидим движение вперед. В чем-то, конечно, мы увидим движение вперед. Но здесь уже нужно будет смотреть, а в чем мы просто не смогли выйти за те границы, которые были обозначены в годы существования, в последние годы существования Российской империи. Спасибо. Константин Семенович, вот по вашему мнению, можете вы назвать конкретных виновников русской революции? Лиц, которых можно привлечь к суду истории? Или это действие объективных законов? Не знаю. Ну, я думаю, что не столько история перед судом, сколько суд перед историей должен отвечать. И поэтому обвинительный вариант, мне кажется, неубедительным. Но это... Кто виноват в холодной зиме? Его надо привлечь? То есть нет виновников русской революции, которые должны люди принять меры и не приняли? Ну, конечно нет. Ну какая там? Это стихия. Это мифические такие тенденции, которые невозможно измерить в терминах суда, следствия, расследования. А как вы оцениваете вообще русскую революцию? Это трагический шаг назад или все-таки кровавый рывок вперед? Нет, ну я ее оцениваю как холодную зиму. То есть, ну как я оцениваю холодную зиму? Ну холодно. Да. То есть надо перетерпеть? А философия, вот наша любимая с вами тема, философия, когда она зимой, она как дерево, листья облетают, она мерзнет. Ну, приходит весна и снова расцветает. Все хорошо. Философию определяют как любовь мудрости. Но если представить, что мудрость – это выработка определенного мироотношения, которое позволяет быть счастливым себе и окружающим. Знаете, я бы не стал употреблять слово «мудрость» применительно к философии. Я бы лучше как Гегель определил философию. Это просто мыслящее рассмотрение предметов. А мыслящее оно или оно исполнено деменцией. В связи с возрастом я выучил новое слово – деменция. И мне кажется, что в истории деменция как бы предстает как некое разлитое вот Аннушкой масло, на котором скользят люди и падают. Спасибо. И убиваются. Я не уверен, что вот я... как вы считаете, можно ли назвать каких-то конкретных лиц, виновных в русской революции, которые можно привлечь к суду истории? Владимир Ильич Ленин, несомненно. А еще? Ну, это прежде всего, что приходит на ум. А вот еще сегодня хорошо прозвучало, но, пожалуй, об этом не стоит говорить. Даже Дмитрий Кириллович постеснялся эту тему развить, потому что вот этот след того, что среди 8 членов Политбюро только один был русский, он присутствует, к сожалению, до сих пор в нашей действительности. Спасибо. Вот как вы считаете, могли бы вы назвать каких-то конкретных лиц, которые виновны в русской революции, которых можно привлечь к суду истории? Мережковский. А еще? Уже к суду, пожалуй, что только революционеры. Ну, какие конкретные имена, кто виновен в русской революции? Ну, что значит виновен? Они к этому стремились, они это и сделали, поэтому их нельзя назвать виновными. Вот, секунду. Кого бы вы могли назвать виновным в русской революции, если это возможно? Виновным одного человека? Нет, почему? Можно не одного. Виновным в русской революции. Ну, нас любят искать козла отпущения. Прежде всего, я считаю, что точка невозврата была, конечно, когда был расстрелян наш царь. И главное, что жестоко, со всей семьей, как говорится, целились не только в человека. Ну, а Николай II был виновен в русской революции?
Можно на него возложить часть вины, он ответственный, как нет, первое лицо? Конечно нет, потому что он, как первые наши святые, Борис и Глеб, показал пример того, как можно отдать такую власть. В истории такого примера вообще не было. Так легко расстаться с властью способен только очень сильный человек. Очень сильный человек. Спасибо. Так что он вряд ли. Скажите, пожалуйста, вот могли бы вы назвать каких-то конкретных лиц, которые виновны в русской революции, которые ответственны за нее? Или все дело только... Не, ну, конечно, история всегда бывает персонифицированной. Я бы назвал первым лицом виновную в революции, это Николая II, который своим бездействием привел ко всем последствиям. Второй человек, конечно, Владимир Ильич Ленин. Это человек, который старательно готовил революцию многие годы. Третий человек, который назвал бы вне всякого сомнения, это Павел Николаевич Милюков, который своим безответственным либерализмом, потаканием социализмом, эпилепсией революции довел либеральный слой до поддержки февральской революции. Достаточно? Спасибо большое. Как вы считаете, можно ли назвать конкретных лиц, которые виновны в русской революции? Или это какой-то объективный все-таки ход истории, ничего не поделаешь? С одной стороны, можно. Кого бы потому что, конечно, наверное, в целом... верхушка, кому сказать, такие структуры, господствующий класс политический, элита, скажем так, да? Виновность предполагает конкретность. Нет. Здесь речь не идет о конкретной, так сказать, об ответственности юридического лица индивидуально. Здесь речь идет скорее об ответственности лиц, ну, в частности, государя, да. Он действительно был достойным во многом отношении, по праву православный святой, но не тот масштаб личности, человек не справился просто с великими историческими вызовами. Но он и не мог с ними справиться, потому что, ну, действительно, тут нужна была мощная историческая фигура, таковым был Александр III, безусловно, ну, не говоря уже там Петр, там, так сказать, Екатерина, просто вот человек, который, так сказать, в данной ситуации, хотя здесь возникает проблема, мог ли бы вообще кто-либо справиться. Вот. Ну, многие другие. Распутин, конечно, в этом плане, это главный фактор дискредитации монархии, вот самой монархической идеи, так сказать, личности государя и его семьи. То есть, конечно, это все было неправда, с другой стороны, чем обвиняли, но это фактор, вот, так сказать, такого дискредитации, убийства репутации власти в этом отношении. Оно было реально осуществлено, вот, так сказать, через фигуру Распутина и через многое другое. Ну и многие, так сказать, конечно, деятели февраля. Либеральная вот эта буржуазия, которая, с одной стороны, гораздо выше была качество, например, чем, ну, основная криминальная буржуазия 90-х, но с другой стороны, там было там, Мамонтова, Рябушинские, но она же все-таки не удержала Россию в феврале, вот, получила право развития февральский проект, и он не справился тоже, он не справился, показал свое, так сказать, историческое бессилие. Дело не в том, что злодеи большевики пришли, вот. В этом плане, соответственно, они были достойные люди, они были очень умные профессора, выдающиеся, много было блестящих личностей, но в целом вот такая политическая слабость. Спасибо.